Всем привет, друзья, с вами Шутка Мишутка, и сегодня мы с вами поиграем в новую версию страшной бабки Гренни. Вот поверьте мне, хоть она и выглядит мило, но она на самом деле очень страшная. Но перед тем, как мы начнем, проверьте, подписаны ли вы на мой канал, какого цвета у вас кнопка подписаться. Если кнопка подписаться красного цвета, как платье у бабки, то нажмите на нее. Кнопка должна быть серого цвета, и тогда вы не будете пропускать мои новые видео. Ну что ж, друзья, если у вас кнопка серого цвета, лайки ставим, мы начинаем! Так, вы только что переехали, и по соседству у вас живет бабка. Идите навестите ее. Вот такое было примерно здание. Я даже не успел прочитать, потому что очень быстро было. Нифига, какая у нас тачка. Вот это мы переехали, конечно. И домик неплохой, слушайте. Маленький, конечно, но... В принципе, неплохой домик, да. Хотя даже большой такой домик, я бы сказал. Ну, хотя нет, все-таки маленький, средний. В общем, бургер у нас там лежит. Это отлично. Его там ням-ням-ням схаваем. Так, что у нас еще есть? И это выход уже, да, запасной? Ага, все. Не, ну ладно, окей, домик очень маленький домик. У меня такая квартира, в принципе, была. А это огромный дом бабки Гренни. И главная дверь закрыта, вот ее главную дверь нам нужно открыть. Но сначала нам нужно как-то попасть в ее дом. Вот так вот попадем в ее дом, просто разобьем стекло, разобьем окно. О, тут еще бургер тоже, бургер схаваем, конечно, конечно, бабка. Красная такая бабка, как Дед Мороз ходит. Бабка, лови, ладно, не беги сюда. А ты кто еще такой в моем доме? Я новый сосед твой, бабка. Бабка, я просто твой новый сосед. Так, нам нужно проникнуть в ее дом и открыть переднюю дверь. Вот что, вот какое у нас задание. Ну, мы уже проникли в дом, осталось только найти ключ от замка. И проникнуть так-то... Не проникнуть, а открыть дверь. Только сейчас будем очень осторожны, потому что вон бабка. Бабка, на, лови! И быстрее, быстрее убегаем, 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 убегаем на второй этаж. Фух. Надо снова взять защиту, потому что вдруг бабка снова к нам придет. Так, еще бургер, ух, бургеров-то сколько тут разложила бургеры. Обычно бабки не едят бургеры и говорят, что это вредно. А тут бургер в каждой комнате у нее, прям в каждой комнате. Ой, я там бабку видел. Она куда-то мимо пошла, Слава. Ой, хорошо, что она мимо пошла, потому что сейчас подошла бы сзади к нам, напугала бы как нас. И опять вышвырнула из своего дома. Так, надеюсь, она не здесь. По карте ее не показывают. Ну, значит, она где-то далеко, раз ее по карте нет. Еще один бургер, ё-моё, четвертый бургер уже в доме ее нашли. Кстати, бургер здесь помогает нам бегать. Если бег у тебя закончился и ты устал, можно съесть бургер. О, ключик! Отлично, ключ нашли. Все, выходим, выходим, выходим быстрее. Первая миссия будет выполнена. Отлично, давай, давай, открываем дверь. И все, выполнилось. Миссия. Да, миссия закончилась. Все, первую миссию мы сделали. Так, какая у нас будет вторая миссия? Ну-ка, 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 загрузка, давай. Так. Загрузка. Что ж такая долгая? Бабка поставила везде камеры, ты должен их выключить, найди щипцы. И я что-то не успел прочитать. В общем, надо найти щипцы, наверное, и отрезать провод какой-то. Вот, вот эти вот камеры. Офигеть, сколько камер тут понаставила. Ах ты какая бабулина. Зачем тебе столько камер? Могла бы поставить несколько точек. Бабулина, я вышел из твоего дома. Я вышел, бабуля. Сейчас догоню. Это уже моя территория, это мой дом. Ну и что, ты тут в мой дом пришел? Ха-ха-ха, попался. Капец, почему бабулька такая наглая? Так, читаем задание заново. Ты должен найти ножницы и в какую-то комнату попасть. И где нужно отрезать, в общем, этими щипчиками, ножницами, перерезать провода. Ну, в принципе, я был прав. Так, берем это для защиты, бургер схаваем для бега. Ой, еще один бургер. Бургеры все берем, все хаваем. Бабка злая, выходи. Я в тебя сейчас кину, что это у меня тут баг какой-то. А тут дверь закрыта. Хм. Закрытая дверь и даже замок не висит. Наверное, там замок с другой стороны.
Еще бургеры. Блин, ладно, бургеры один бабке оставлю. Пусть съест, а то она медленно бегает так-то. Ну хотя, знаете, все равно нас догнала, сумела догнать. Она, по-моему, на втором этаже, так аккуратно по карте смотрим. А, нет, на третьем этаже, все. Все, тогда второй этаж весь наш. Смотрим, что где. О, ключик, ключик опять на диване лежал. Так, а где замок? Где замок, который нам нужно открыть ключом? Ага, не здесь. Может, здесь? И не здесь. Ну, блин, а где? Где? Бабка где-то там на третьем этаже ходит. Дверь не открывается. И здесь нету. Блин, а куда нам идти-то тогда? У меня уже 4 бургера. А, вот что я хотел сказать в прошлый раз. Тут бургер ешь и бегаешь быстрее за счет бургера. Но в жизни-то наоборот совсем. О, вот и замок. А в жизни... О, и щипчики. Отлично, теперь нам нужно найти провода. Где же провода? Какой провод отрезать? Давайте выйдем снаружи, потому что посмотрим. Может быть, где-то снаружи надо отрезать? О, бабка здесь ходит. Осторожно. Интересно, почему она здесь ходит? Может быть, вот эту штуку и надо отрезать как раз? Бабка. Она нас что, не видит? Бабка, видимо, очень плохо видит. Издалека. Вообще не понимает, кто где. Так, а мы аккуратненько подходим вот к этой страшной штуке. Что это за штука? Ну-ка, как здесь провода отрезать? А? Ну-ка, камера, расскажи нам, как провода отрезать? Или не здесь провода отрезаются, я даже не знаю. Или сломать ее просто вот так, а? Нет, не ломается. Это, наверное, другая штука, по идее, это антенна. А нам нужно что-то типа проводов найти, много-много проводов. Или, не знаю, компьютер, или еще что, щиток. Так, мы были на втором этаже. Да, мы везде были на втором этаже, значит, идем на третий. Надеюсь, бабка не здесь, она вроде как только заходила в дом. Она-то заходит через главную дверь, а мы заходим через окно. Так, ищем что-то похожее на провода или щиток. Во, щиток, так. Да, отлично, вот, перерезаем. Все, электричество вообще во всем доме нет электричества, вы видели, свет выключился. Миссия закончена, вторую миссию мы уже прошли. Итак, читаем задание третьей миссии. Бабка нас сколько раз поймала, только 2? Хотя, блин, 2 это немало. Ну хотя, 2 раза поймала, и мы выполнили 2 задания, в принципе нормально. Так, ты должен найти записывающие камеры, открыть... Ой, опять я ничего не успел прочитать. Короче, там нужно найти какой-то блокнот. Видимо, в блокноте пароль должен быть. А пароль, наверное, от компьютера или от ноутбука. И потом мы должны стереть... записи с камер, точно. О, вот и компьютер появился, его раньше здесь не было. Бабка купила себе компьютер, да причем неплохой. С плоским экранчиком такой. Ха-ха-ха, ничего себе бабка. Бабка какая-то современная очень. В компьютерах шарит. Значит, видосы снимает на камеры. На скрытые камеры снимает видосы. А прикиньте, бабка-блогер. Вот это умора, конечно. Я представляю бабку в Ютубе или в ТикТоке танцующую. Очень смешно. Ой, вот она здесь ходит. Не заметила нас, пошла на третий этаж. Ну давай, бабка, иди. Мы будем искать снова, нам надо искать ключ, да? Или тетрадку с кодом. Вот что-то, в общем, нам надо найти такое, что мы не видели здесь. Опять надо проходить весь дом. О, ключ. Ключ уже лежит у телека. Так, бургеров у нас достаточно пока. 2 штуки. Да вообще их я даже не использую, по сути. Эти бургеры тут бегать-то некуда. О, а вот и замок. Так. И там, я понимаю, тетрадка должна быть, да? Да, отлично. Вот эта толстущая тетрадка у бабки. Все туда записывают, видимо. Все забывает и все записывает. И с памятью проблемы, и со зрением проблемы. Так, и быстрее компьютер. Все, мы выполнили задание номер 3. Ребята, если вам понравилась эта игра про эту злую, страшную бабку Гренни, то ставьте лайк и напишите мне комментарий об этом.
Если будет много лайков и комментариев, то я засниму еще видосы. Видите, тут еще сколько миссий. Мы прошли только 3, а тут еще 4, 5, 6, 7. Ой, тут еще играть и играть. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока-пока.